хороша. В ринг приглашается Жусуп Байшбек, Россия. And the boxers for the bout are Жусуп Байшбек, Россия. В ринг приглашается Ринат Хузахметов, Россия. Ринат Хузахметов, Россия. В синем углу ринга Ринат Хузахметов, Россия, город Обнинск. Ринат Хузахметов, Обнинск, Россия, Blue Corner. В красном углу ринга Жусуп Байшбек, Россия, город Южно-Сахалинск. Жусуп Байшбек, Россия, is in the red corner.
Боксеру 20 лет. Занимается боксом 9 лет. Представляет спортивный клуб «Кристалл». The boxer is 20. He has been boxing for 9 years and he's a member of Crystal Sports Club. Провел 145 боев, одержал 125 побед, в том числе 12 международных, в которых выиграл 10 встреч. The boxer won 125 out of 145 bouts, including 2 international ones. Чемпион Дальневосточного федерального округа, финалист турнира памяти Короткова 2023. Чемпион Вооруженных сил Восточного федерального округа 2024. Второй раунд. Ринат Хузахметов, Россия, город Обнинск. Ринат Хузахметов, Russia, is in the blue corner. Боксеру 23 года, занимается боксом 13 лет. The boxer is 23. He has been boxing for 30 years. Провел 199 побед, одержал 177 побед. The boxer won 177 out of 199 bouts. Чемпион Центрального федерального округа 2020-2021 годов. Ренат is two-time Central Federal Округ Champion. Чемпион России 2021 года. 2021 Russia Boxing Championship Prize Winner. Ха!
Победу в этом бою единогласным решением судей одержал боксер из синего угла ринга Ринат Хузахметов, Россия. Ринат Хузахметов, blue corner boxer, is the winner by unanimous decision.